Друзья, всем привет, мы вновь на Ческом, и это Найджел Шорт. Да, поехали. Очередной раз мне попался, я решил записать. Так, ладья я один пойду. Типа как хитро. А может быть и не очень, да? А может быть и не очень. Так, ну давайте, Б3. Е5. Хорошечно. Так. Давайте Е4. Так, это понятно. Белопольная стратегия. Стараемся расставляться по белым. По белым коня на c4, наверное, можно привести. Там он будет стоять неплохо. Так, чем нас удивит Найджел? Конь d7. Конь d7. Так, вот конь на f3, мне кажется, ничего не делает, да, с одной стороны. А с другой, может, и делает, да? Давайте пока ладья f1. Король h8. Король h8. Давайте конь e3. Может быть, коня... Да, может быть, коня на f5. Или обратно на c4. Дальше F4 хочу пойти. Да, ну меня чуть-чуть опережают, но ничего страшного. Так, взяли, подняли. Конь C5, да, прессует Найджел. Правильно делает, сейчас Е2. И правильно делает. Так, ну пока напал, ладно, слон d2. Я думаю, можно пока так играть. Дальше посмотрим. Фесс h5, давайте фесс h5. Слон c4, bc, да. Да, структура, конечно... Структура, конечно, уничтожена, друзья, но... Ну, а что делать? B3 там, да, какой-то ход, наверное, Е. B3, да, B3. B3 ходит. Немножко я недооценил этот ход. Так, взял здесь. Давай, ладья D1. Взяли, подняли, ладья b4, да. Да, друзья, тучи сгущаются, честно говоря. Неприятно это. Это неприятно. Так, ну короля спрячем. Куда-нибудь. G4, G5, не успею там где-то пойти. Ладья C2. Взяли. Ладья B7. G4, G5. Но, видимо, я не успеваю. А жаль. А жаль. А жаль, а жаль, а жаль. Так, ну что, последний шанс, да, G5. У меня выхода особо... И выхода, и выбора особо нет. Ломимся вперед. Кстати говоря, как играть-то? Вечный шах, если только. Чего себе, Ириска Меллер.
Там на жеф, жеф, да, и мат на g3 грозил. Так, сюда. Сюда. Да, ну на ничего, я согласен. Тут как бы не до жиру быть бы живу. Да, друзья, вот такая вот получилась нешуточная заруба с Найджелом. Да, наверное, похуже я стоял, причем ощутимо хуже, может быть, даже и проигранная. Но, тем не менее, какую-то борьбу в конце навязал. И по факту у нас получилась боевая ничья. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.